Это моя теплица. Это вот я сегодня. А сегодня 21 апреля. Хотела 20, но вчера мы целый день в разъездах, не получилось. Значит, что я сделала для того, чтобы посадить помидоры? Вот по краям вот я выложила навоз свежий с соломой, чтобы это все горело. У нас вот такая вот песня здесь в теплице. Вот с припевом. Видите, улица. Так, это мне, может быть, Сережа забьет, если не забудет. Вот там вот, где палки, там стояла печка. В этом году мы ее убрали в птенечник, и печки у нас нету. Так, значит, помидоры. Вниз тоже навоз. Потом слой земли, потом вот помидоры. В этом году сажала попарно. Буду ставить одну палочку. Мама в прошлом году подглядела. Вот этот ряд попробую посадить. Опять же, навоз там положила много. Сгорят, не сгорят. Мы посмотрим. В общем, это пробно. Сорта я не знаю. Мама надавала много мне помидор рассады. Нет, она, конечно, подписанная. Но памяти-то у меня, как вы сами понимаете, нету. Так, значит, вот где помидоры, сбоку я сделаю эту рядочек пока что. Зелень посажу. В середину хочу сделать попарно помидоры, обычно. Ну, то есть, по краям будет одинарный ряд, а в серединке будет погуще, побольше. Вот. Что-то одышка замучила. Забегали сегодня. Что, пойдем огород смотреть? Огород, конечно, очень страшный. Буду показывать огород для тех, кто хочет очень много земли. Напомню, земли у нас 72 сотки. Ее обрабатывали две женщины, эту землю, скотины. У Сережи раньше было мало, поэтому здесь было обработано практически все. Вот здесь у нас скважина в прошлом году рыли. Здесь вот как яму выкопали, мы ее так и не успели закопать. Здесь у нас была зелень, все заросло. Так, далее. Далее. Вот здесь, где трава, там у меня ремонтантная клубника. Тоже я все окапывала, все было хорошо. Ну, вот такой вот бурьян. Вот она. Прям можно даже поглядеть. Проглядываются рядочки клубники. Это мускатный орех или миндальный, я сюда путаю. Так, вот здесь вот такое вот запустение. Вот. Жимолость наконец-то. Листочки пустила. Елена Владимировна давно. Я видела листочки. А у нас вот только сейчас. Так, далее. Далее, вот здесь кусты крыжовника. Все надо обрабатывать, вот это все надо выкапывать. Все заросло. Крыжовника. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, аж восемь кустов крыжовника. Так, далее. Как трава полезла, вообще ужас. Здесь вот два куста смородины. Здесь чеснок полез. Это как рядочек. Это я в прошлом году выкапывала его так хорошо, что он так здорово полез. Так, тут ирга, которую мы называем карика. Тут соседи уже. Вот два куста красной смородины. Вот два куста красной смородины. Все тоже вот эту иргу бы надо выкупить. Мы как бы наелись уже у себя. Так, здесь, слава богу, вот этот участок не обработан, здесь малина. Я вот не виновата в таком состоянии. Так и было. Так, здесь мой перечник. Перечник. Вот такой вот у меня перечник. Туда надо залезать внутрь, либо ползком, либо как. У меня и раньше-то особо это не получалось. Туда залезать. Буду просить у Сережи, чтобы мне вот он вот эту стенку снял. Я сделаю лучше пленку. Буду открывать, буду туда лазить, потому что иначе никак. Так, здесь где-то у нас топинамбур. Может быть, вылезет, потом покажу. Так. Здесь у нас клубника. Какой-то сорт отдельный. Небольшая вот такая маленькая грядочка клубники. Так, здесь все вот. Все это надо. Все обрабатывать. Так. Мы пришли наконец-то моей клубники. Ну, ее здесь Викторией называют.
А я по старинке клубнику и все. Вот эту клубнику я сажала. Позапрошлым году. Вот такой вот у меня участочек. Ну так, позапрошлым. В прошлом она уже пускала. Чего пускала? В прошлом она уже плодоносила. Немножко, но плодоносила. Вот здесь еще более-менее порядочек. Так, вот там тоже не успели мы. Они, вернее. Ну и мы не успели обработать. Так что это тоже не косяк. Радостно, да. Баня. Душ. Так, вот этот здоровый манжурский орех. Так, тут у нас лавочка. Баллон для воды. Сейчас вот здесь вот молоко хранится, остывает. Так. Клумбы. У матери здесь клумбы были на каждом шагу. Просто на каждом шагу. Я не успеваю это все. Так, здесь вот лавочка. Здесь хорошо под этим летом, под этим манжурским орехом. Очень хорошо пить кофе. Так. Вот здесь старая клубника. Ну, вот ее. Всем привет. Так, клубнику я не отработала. Не обработала в прошлом году. Не окопала. Заросла молниеносно. Просто. Это невозможно, как все зарастает. У меня все сильно пущены на... Вон туда, вон где Серега гребет. Видно, Серега? Вот на то поле. Там мы сажаем, значит, скотины, картошку и все прочее. То есть вот это вот все как бы, ну, второй план. То же самое главное, скотину накормить, чтобы она давала молоко, чтобы она давала деньги. Так, вот это яблонька капанная, там вот у меня розы. Убрала на зиму. Еще пока не убрала вот это вот все. Это все гребсти, гребсти, гребсти. Копать, копать, копать. Так, тут вот такой дома бардак. Это уже все. Это я просто не представляю, где на это все взять время. Так, вот это вот уже обработанные клумбочки. Тут около дома. Вот лавочка наша, диванчик, яблонька. Так, значит, дальше. Что у нас здесь? Вот эту вот дорожку. Она уже в кое-где рассыпается. Мы ее будем менять вот на такие вот колесики. Ну, можно здесь, в принципе, пройти. Так, здесь вот тоже все, детская площадка. Здесь Серегина племянница играет. Там беседка вроде как. Ой, все убирать, 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 убирать. Но, наверное, уже в следующем году. Здесь был виноград, но его съели мыши. Поэтому вот эту надо конструкцию разобрать. Вообще виноград, по идее, лучше, конечно, чтобы он был где-то за стенками. Может быть, вот его вот туда посадить. Но там солнца вроде мало. Ну, в общем, надо подумать. Виноград тоже хочется. Так, это была груша. Ее, наверное, надо вырезать уже. Некоторые веточки. Вот они вот здесь вот наклоняют к земле, чтобы не вымерзало. Яблок, груши здесь практически нет. Привыкла у меня дома. Вообще просто ломится все. Вот здесь вот так вот. Так, это значит белая. Куст, белая смородина. Вот это все черная смородина. Вот те два маленьких кусочка. Вот эти два. Это крупная, прям крупнющая, вкуснющая смородина. Здесь мне Серега привез вузик козий, чтобы, так сказать, помульчировать. Когда это все мульчировать? Так, елка. Ой, вот это яблони. Еще со свежевшими яблоками. Здесь везде бардак. Так, смородина черная. Здесь вот вишня. Здесь вот тоже яблонька, ранетка. Ну, дичка, дичка, скорее всего. Ну, очень мелкие яблоки. Ну, вот этот вот я вначале самом начала вам рассказывать, что вот это вот мы хотели спахать и посадить здесь сад. То есть смородина, крыжовник. И только в этом году я поняла, что этого делать не нужно. Пускай оно себе растет, мы будем косить. Вот это вот все убирать. Просто вот видите, какое запустение. Тут я вот во все это огород превратился за 2 года, пока я здесь. Пока я здесь одна. Помощников у меня нету. Скотины полный двор. И вот. Ну, конечно, это меня не оправдывает. Буду стараться приводить все в порядок.
Здесь у нас вообще свалка. Все свозим сюда. Она потом зарастает большими цветами. Ее здесь не видно. Здесь Сережа муку просеивал, привезли с мельни. Буз так называемый. Значит, в мешке половину пшеницы, а половину муки. Вот он отсеивает муку, скармливает свиньям. Пшеница всем подряд идет. Вот. Ну, а там у нас тоже бардак и бардаком. Здесь у нас погреб заваленный. Надо все разгребать. Господи, где взять на это время сил? Так. Опять мускат. Опять мускат. Или миндаль. Здесь две клумбы. Две клумбы здесь. С лилиями. Лилии здесь. Но здесь тюльпанчики еще. Я надеюсь, завтра я их все-таки... Здесь какие цветочки. Вон как их много растет. Надо бы рассадить. Тюльпанчики, все. Надо бы рассадить. Кто бы это все сделал? Это Степка. А здесь вот лавочка. Вот так вот отдохнуть. Посмотреть вот на можжевельник. Я, в общем, вот такие вот дела. Стыдно, конечно. Очень стыдно. Вот за это все. За этот бардак. Очень-очень стыдно. Будем исправляться, стараться. Хотя бы по чуть-чуть. Реально, как все быстро зарастает. Это же просто невозможно. Это надо просто безвылазно сидеть в огороде. Вот на таком большом королевстве. Будем что-то думать, что-то менять, что-то пускать под газон. Ну вот. Вот такие вот дела. Дорогие мои товарищи.